пижаме спал Иван Петрович, на животе спала собака. Собаке снилось, что она, Иван Петрович почему-то, Иван Петрович видел сон, что он собака почему-то. И эта странная картина разволновала их обоих. Иван Петрович хрипло лаял на сослуживцев и домашних. Он их хотел кусить за пятки и не хотел вилять хвостом. Собака лапою стучала, кричала в трубку телефона, что кирпича не будет больше и чтоб пошли все хоть куда. Собак ехал в трамвай с хвостом прищемленным наружу, держась зубами за окошко и тихо выл про себя. Иван Петрович брел по скверу с консервной банкой на шее и грубо некрасиво думал о кожуре от колбасы. Но поутру они проснулись, но поутру они проснулись, но поутру они проснулись.